пассажирам, главное – комфорт. Уровень удобств здесь на порядок выше, чем в предыдущей модели. Это даже говорить умеет. Бабушкам нравится, что объявляет трансляция, остановки объявляет. Да и не только, всем гражданам даже не приходится говорить, какая остановка. Вот. Камера видеонаблюдения в салоне, все это как полагается. Всем как полагается, оборудовано еще 37 точно таких же новеньких машин. В среднем стоимость одной порой доходит до нескольких миллионов рублей. Получается кругленькая сумма. Владелец компании «Командирская», одним из первых среди перевозчиков Барнаула, пошел на такие расходы. Уверяет, эти траты оправданы. Люди довольны, новые машины, тепло, светло, все показывает, рассказывает. Ну, как бы много очень добрых отзывов мы получили уже, да. А чем отразиться на нас? Да ничем. Администрация города пошла на то, чтобы повысить проезд с 1 января, поэтому мы, рассчитывая на это, вот сделали обновление парка. Ну вот, пожалуйста, у нас, если нет у кого денег с наличными, вот терминал. Карту банковскую вставляют, сумму 20 рублей нажимают, и все. Это одна из главных новинок, которая решает сразу множество проблем. Теперь пассажиры могут не скапливаться у выхода, расчет за проезд происходит за секунды, фраза «возьмите сдачу» может перестать быть актуальной. Правда, пока новинка не так востребована, пассажиры предпочитают по старинке. В будущем собственник планирует закупить еще несколько таких автобусов будущего. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.